тренеров всех наших сборных? Они все остаются на своих постах или были какие-то изменения? Ну, я не знаю. Вчера мы проводили советы, и все тренера, кроме тренера, мы взяли паузу только по тренеру молодежной сборной, 20 и младше. Остальные все тренера, ну там как бы тренера поменялись, какие-то остались. Ну, там нельзя говорить о том, что остаются на местах, потому что вот Чурсин был ассистентом сборной, ну, круг известен, и логика во всех назначениях есть. По молодежной сборной, кстати, в чем дилемма и кто претендует юридически, когда это будет? Ну, вы знаете, мы пришли к выводу, что тренер должен, молодежной сборной, это должен тренер, который вот как бы вот, это уже сборная, ближайший резерв национальной сборной. И тренер, как минимум, должен быть тренером главной команды, одной из, ну, команды Суперлиги. Мы планировали Чернея как первый номер, да, потому что он успешно в прошлом году работал. Он отказался, почему? Потому что он, ну, у него есть вопросы с Будивельником, он как бы хочет посвятить себя Будивельнику. Нет вопросов. Мы начали смотреть, кто из тренеров может возглавить. Михельсон тоже с Черкасами отказался от сборной. Ну и вот недавний, скажем, заход Иватина на пост главного тренера, ну, как бы это форс-мажорный заход, но тем не менее. А потом в связи с болезнью Прокича, значит, Иватин. И мы как бы дали возможность еще посмотреть, может, месяц-два на Иватина и на других кандидатов и принять решение. Вот и все. Единственное назначение, которое не было упомянуто в пресс-релизе, это студенческую сборную везет на Универсиаду Журавлев в качестве главного тренера. И, возможно, какой-то тренер из состава Майка американского, возможно, да, как советник, да, чтобы как бы эта сборная уже была в рамках подготовки чемпионата Европы и проверка резерва.